треском небеса и с воем ринулись оттуда, срубая головы церквям и славя красного царя на мои бледные иуды. Ну, здравствуйте. Вы откуда будете, если не секрет? Город Сочи. Понятно. На какие темы беседуете? Может, вы блогер, стример или simply user? Я не блогер. Разговариваю о разных темах, которые знаю. Я понял. Может, у вас вопросы интересные есть? Вопрос, как живете, мне интересно. Да, это не... Я вот как раз блогер небольшой, под запись. Это неинтересные вопросы для зрителей. Для... Какие интересные вопросы? Откуда будете сами? Город Торонто. Город Торонто. А что Украина показывает? VPN. А зачем? Россияне вышли, у вас есть вопросы какие-то? Почему на россиян вышли? Вы попали из России и другие из других стран. А Украину зачем поставить? Чтобы найти русскоязычных собеседников. Нашли зачем? Ну, беседовать. Если есть вопросы, есть. Нет, так, значит, нет. То есть это надо вам задать вопрос. На вашем блоге появились у вас там. Зрители, да? А сами вопросы не созрели? Ну почему? Есть вопросы, но вот, от вас лично я бы хотел от вас вопрос. Если нет вопросов... Если бы ты, например, с Украины, я бы задал украинцу вопрос. Я по Украине беседую. Вот есть вопрос прекрасный. Знаешь, если у меня украинцы, например, вопрос такой: почему, когда Чингарский перешейк пересекает украинскую таможню? И вот украинский таможенник ставит украинцу украинский паспорт, печать по пересечении границы России с Украиной. А власти Украины заявляют о том, что Крым это Украина. Как так получается? Ну я понял вопрос. Разве он ставит? По-моему, российский ставит. Не нам ставят, а украинцу. Вы глухой? Я еще раз повторяю. Украинцу на украинской таможне украинский паспорт ставят печать по пересечении границы. Я сомневаюсь, что украинцы ставят. Не надо сомневаться, так оно и есть. Там они могут даже по внутреннему паспорту. А еще их президент Зеленский говорит часто, что Крым это Украина. А сам платит за свой таунхаус размером 129,8 квадратных метров, который под Ялтой находится. По российским законам. Я в курсе, тут простой ответ. Потому что он платит налоги, он находится в российском правовом поле. Или в российском правово-налоговом поле, я бы сказал. Ну, я понимаю. Когда он платит, он утверждает, что это Украина, а как же тогда он платит по российским законам? Ну, я же отвечаю, на момент оплаты он является налогоплательщиком, собственностью платит по России. Вопрос простой. Почему он говорит тогда, что это Украина? Ну, оплатит по российским законам. Пусть тогда не платит. Тогда он потеряет квартиру, естественно. Продаст ее, естественно, он будет говорить то, что нравится Украмонюпасу. Все понятно. Ответ меня удовлетворил. Вот. Так, первый вопрос, по-моему, вы не очень правы. Российские действительно ставят в Укрпаспорт, ставят штамп въезда в Россию. А вот украинцы вряд ли ставят. Почему? Я вот не уверен, я не знаю. Как загранпаспорт только ставить. Но поскольку они могут пересекать по внутреннему паспорту Украины, украинскую границу, то, возможно, и не ставить. Это надо проверять. Российские точно ставят, тут без вопросов. А вот украинские вполне возможно не ставят. Тут вы не очень правы. Так если вы не знаете, почему утверждаете, что я не утверждаю, я сомнения высказал. Вы как-то не очень правы. Глаголы неправильные. Проверь. Давай проверяй. У нас про Володю Шарапова. А кто это говорил, помните?
Ну, это говорил это Фокс. Фокс говорил, да. Да, верно. Да. Ну ладно, кстати говоря, если хотите. А за себя он был совсем не разговорник. Да дурака валяли. Разговаривать. Почему же тогда в утилитарном государстве? Правильно, утилитарное государство. Правильно? Великобритания – утилитарное государство. Германия – утилитарное государство. У них есть один язык. Слушай, Карпов, сделай вид, что я этого не слышал. Судьба тебя и так любит. Не слушай. Их, в общем-то, всех и назвали русские, потому что это глагол. Русский – это какой, чей отвечает? Соединенные Штаты Америки – это федерация? Да. До Киева 480 километров, а до границы с Россией 40.